вообще ко всем данным интернет-пользователей. И если раньше соцсети такую информацию предоставляли по решению суда, то теперь будут по первому запросу. Об этом сообщили ведомство, где готовят соответствующие поправки. Это касается всех. А началось все с резонансного закона о блогерах. Документ вызвал волну негодования в интернет-кругах. Несмотря на это, был принят и вступил в силу 1 августа. Напомню, блогеры-тысячники, те, кого читают более 3000 пользователей в сутки, будут обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора и соблюдать ограничения, которые наложены на